В своем последнем интервью Киркоров положительно отзывается о звездах, которые были вынуждены покинуть Россию. Артист также заявил, что не хочет говорить об их политических взглядах и не осуждает их действия. Особенно тепло Филипп Бедросович высказался о своей экс-супруге Алле Пугачевой. Он благодарен судьбе, которая подарила ему 10 лет счастья с Примадонной, и с пониманием относится к ее поступкам, пусть это обсуждают другие коллеги. «Я не буду. Максим и Алла для меня все равно родные люди. Наверное, у Пугачевой были свои причины прекратить со мной общение. Но я вспоминаю все, что с ней связано, только с добром и благодарностью. Это были невероятно интересные 10 лет. Жить с таким человеком – это подарок судьбы. На моем месте мечтали быть сотни, если не миллионы, мужчин. Но повезло мне». Киркоров с грустью вспоминает, что упустил свое время, вместо того, чтобы посвятить себя Алле Борисовне. Он занимался карьерой и иногда пользовался возможностью сходить налево. А она в это время нашла себе другого и поставила точку в их отношениях. Артист также отметил, что Пугачева отправилась за мужем в Израиль. Это не означает, что она не любит Россию, просто она верная и преданная жена.